Юлия Павловна Шлаитова родом из деревни Крутец Шатковского района Горьковской области. Когда началась Великая Отечественная война, ей было всего 10 лет. Но она отчетливо помнит все пережитые в то время ужасы. Каждый день тревога, радио, газету, не помню, «Пионерская правда», по-моему, даже тогда была, после войны хорошо помню, уже была, пишет, радио слушали, не выключалось, оно, ну, это такая черная тарелка, на стене висела, и все время слушаем, какие сведения будут, и ждешь писем, и как только письмо пришло, радость, часто у кого-то, у соседей, похоронка приходит. Война – тяжелые испытания, она не щадит никого и рушит все на своем пути. Но это трудное время объединяет людей. В годы Великой Отечественной все от мала до велика старались внести свой вклад в победу. Даже дети принимали активное участие, работали в колхозах, ходили в лес за ягодами и лекарственными травами. На мой взгляд, война нас сплотила, научила дружить, даже больше, дружнее вот дети стали, да и взрослые просто понимали, что одна беда, и вера была все время, что мы победим, что Советский Союз победит. После Великой Отечественной войны Юлия Павловна поступила в Арзамасский педагогический институт. Затем работала учителем русского языка в Тувинской области. В 1957 году женщина вышла замуж. Вместе с супругом приехала в Саров, на тот момент еще Шатки один, и сразу отправилась на поиски работы. Работы учителю русского языка не оказалось. И меня направили во вторую школу, организовывались за счет родителей группы продленного дня. И вот там я 2 года проработала. Еще год в техникуме, затем в институте, 7 лет проработала в школе-интернате №1. А уже после 20 лет отдала 13-й школе. За годы работы у Юлии Павловны накопилось большое количество наград разных степеней. Выйдя на заслуженный отдых, женщина стала писать стихи и петь в хоре. «Влюблена я в белый свет, без любви и жизни нет, потому живу давно. Жизнь – цветное полотно. Из него шью все, что надо. Рядышком моя отрада, внуки, правнуки есть тоже. С ними становлюсь моложе. Сыновья не забывают, в день особый поздравляют. Оттого поется в хоре, в праздники родня вся в сборе. Не гоняюсь за жар птицей, а довольствуюсь синицей».